Всем привет. Это канал «Разговор с Богом». Я ведущий Курпов Сергей. Сегодня хочу вам рассказать упражнение, которое недавно уровень начал пробовать делать. Загибание различных предметов по замыслу. Александр Зас занимался этим долгое время. И теперь многие пытаются повторить его трюки. Я сегодня буду также сгибать предметы, а именно железо. Для этого мне понадобятся перчатки. Но, в принципе, вы можете без перчаток, если хотите заниматься. Но с перчатками более как бы безопасно, как можно пораниться случайно, вдруг. Поэтому перчатка лучше свойство будет. Что сегодня будем сгибать? В принципе, сгибать будем. Я вот подготовил вот такие две железки. В принципе, можно приступать к этому действию. В первом ролике, который я видел, это были упражнения. Второй ролик, это я сгибал некие предметы. Сегодня попытаюсь согнуть вот эти предметы. Да, это не совсем просто. Еще она подастся. Самое сложное, то что она слишком маленькая. Так как с тем глазем. Можно опереться в пол. Нет, на пол. Что я сделал? Thank you.
Вы видите результат. Порога второго, которая первая. Что-то она не пошла. Но ничего страшного.
побежу. Нормально жива. Вот можно весь ролик, который сейчас записываю, полностью будет без вырезки. Чем занимаюсь, напряжение идет. Хуже я взял неудачный ракурс, поэтому она мне не очень поддается. Первая, вторая лучше поддалась. Да, ребят, это победа.